Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами вновь посвятим видеовыпуск гражданину с Украины. Уже не гражданке, не беженке украинской, а беженцу. Судя по всему, этот человек действительно бежал с Украины в начале войны и сейчас проживает на территории Германии. Для справки, на территории Германии на данный момент проживает 1,5 миллиона украинских беженцев. Это самое большое количество украинцев, проживающих на территории Евросоюза в какой-то стране. Второе место занимает Польша, 900 с чем-то тысяч. На третьем месте стоит Чехия, около 400 тысяч. Ну и по 100 тысяч, по 50 тысяч в других странах Евросоюза. Так вот, я несколько раз пытался вести себя корректно по отношению к этому человеку, о котором сейчас идет речь. Он мне оставлял сначала нормальные комментарии, потом начал высказываться с той позиции, что он пожил больше, чем я, у него опыт в жизни намного круче, выше, обильнее, и поэтому я просто обязан слушать все, что он говорит. Со своей стороны я хотел бы вам вас предостеречь в том, что когда интернет, между прочим, все интернет-тролли совершают одну и ту же ошибку. Они, пытаясь влезть вам, втереться к вам в доверие, что они делают первое? Они говорят вам, что они старше вас. То есть в надежде на то, что вы все-таки прислушаетесь к словам более старшего человека. То есть чем старше человек, тем он опытнее и мудрее. Ну, так думают интернет-тролли. Так вот, этот человек думает, скорее всего, точно так же. Мне он сказал, что ему 50 лет, что живет он в Дрездене и так далее, и так далее. В общем, пошло дальше, поехала ерунда. Я перестал уже выгонять его комментарии из спама на всеобщий обзор. После того, когда он в одном из комментариев отозвался примерно так же, как вот эти вот мусульманские мигранты, проживающие здесь в Германии, о женщинах. Мол, типа женщина это хуже, чем животное, хуже, чем половая тряпка. В его понимании женщина это просто дырка в матрасе. Так он и сказал. У него никнейм Алекс и на аватарочке просто буква А на коричневом фоне. Сам коричневый цвет уже у меня вызывает некое такое пренебрежение к тому, с кем я общаюсь. Ну, коричневый цвет, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, далее этот человек начал нести такую лабуду, такую чушь, что оказывается, он закончил военно-политическую бурсу. Но я скажу сразу. Вот я буду говорить прямо вот так вот по его этим высказываниям объяснение. Человек, закончивший военно-политическую академию, имеет чин не ниже майора. А если этот человек говорит бурса, то вряд ли он учился в военно-политической академии. Ну да ладно. Он сказал, что он в этой академии учился на историка. Я его немножко поправил, сказал, может быть, ты все-таки замполит? Да, я замполит, а потом я еще историк, а потом оказывается, этот человек, сейчас у меня будет к вам маленький сюрприз, этот человек оказывается в 90-е годы оказался еще во французской армии. Именно для него, я знаю, что он сейчас смотрит, именно для него я и говорю. Я оставил ему там комментарий, но скорее всего этот комментарий до него не дошел. Говорю сейчас с экрана. Во французскую армию иностранцев не берут. Иностранцев берут в иностранный легион. Это две разных вещи. Французская армия и иностранный легион. Минимальный контракт в иностранном легионе, минимальный контракт в 90-е годы был, и вот в начале 2000-х, 5 лет. После этого контракта человеку предоставляется возможность или получить гражданство Франции, и остаться жить во Франции, или выбрать на постоянное место жительства какую-либо другую страну Евросоюза.
Судя по всему, вот этот вот тролль не знал об этом. Так бы он мне сказал, что он гражданин Франции, проживающий временно в Германии. Но он обычный беженец из Украины. Ладненько, идем дальше. Оказывается, когда он был во французской стороне, то все его действия во французской армии наблюдала его младшая дочь. Вам не кажется это странным? Просто бред сивой кобылы. Ну ладно. Почему я сейчас посвящаю ему вот это вот видео? Потому что он оставил мне, в последнее время он оставляет очень длинные комментарии размером где-то по 2,5-3 тысячи знаков. Ну согласитесь, ни один нормальный человек не будет читать какую-то повесть или опус под своим видео. Утомляет, честно, утомляет. Но в этом комментарии он написал столько всякой гадости, что якобы вся Германия, в том числе я, потому что я как гражданин Германии, то есть немец, мы все виноваты перед Украиной, мы все обязаны этой Украине. Наступит день, когда мы станем все на колени перед этой Украиной и будем просить ее простить нас за то, что Германия развязала войну на территории Украины против России. Бред сивой кобылы. Ну ладненько, идем далее. Этот человек, находясь здесь в Германии, как беженец украинский, все еще не знает немецкого языка. Но со своей стороны он говорит, вот я специально оставил для вас его комментарий, часть его комментария, чтобы вы могли почитать вот этот вот кусок и понять, о ком я говорю. То есть нормальный человек, здравомыслящий, психически здоровый, такое писать не будет. Так вот, он, оказывается, читал книгу какого-то лейпцигского профессора. А потом он еще читал в переводе Google-переводчика несколько иностранных книг. Так вот, 50 лет назад, это в 74-м году, ну 50 лет назад, 70, хорошо, 70-й. 50 лет назад в Германии был уничтожен истинный готический немецкий язык и придуман более сложный вариант немецкого языка, с уклоном в английскую сторону. Это было сделано для того, ну, посчитайте сами в комментарии, это было сделано для того, чтобы иностранцы вообще не могли выучить немецкий язык, так как он стал очень и очень сложным. Я хотел бы этому Алексу напомнить о том, что не готический язык, а готический шрифт. Готический шрифт, кстати, используется до сих пор во многих городах Германии, допустим, при обозначении названий улиц. А вот готического немецкого языка, тут ты облажался. Алеша или Саша, как тебя там, я не знаю. И по поводу, ладненько, оставим вот это. Вот просто у вас возможность посмотреть вот эти вот бредни, вот это вот сивые кобылы. Ну и, конечно же, откуда у меня информация об иностранном легионе, о контрактах и так далее? Потому что я имею непосредственное отношение, и раньше имел непосредственное отношение к иностранному легиону и к лагерю подготовки рекрутов для иностранного легиона. Ну вот вам в качестве доказательства. Видите? Что еще? Какой появится тролль на этом канале, чтобы доказать мне, что он умнее меня, что он мудрее меня, что он старше меня и что он знает абсолютно все? Прежде чем начинать распаляться на этом канале, вы, в первую очередь, такие вот, как вот этот Алекс и тому подобные, хотя бы прошерстили информацию о том человеке, с которым вы пытаетесь всунуться в дебаты или в споры. Вот и все. Много говорить не буду. Он, в принципе, хотел получить свои, сколько там, 10 минут славы. Он их получил. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и да, конечно же, такие вот, как вот этот вот тролль, не забудьте сказать, что вы служили не только в иностранном легионе, что вы служили в голубых касках ООН, что вы летали в космос как рейнджеры, что вы астронавты американские, китайские айконавты, что вы лично готовили
советских космонавтов к полетам в космос. Не забудьте об этом написать, а то обращать внимание на такие ваши комментарии никто не будет. И да, не забудьте поделиться видео с друзьями. Конечно же, как всегда, по традиции, не болейте. Всем удачи. Пока.